Мода на чистоту набирает в последнее время большие обороты. Вот и на субботнике на Жуковском проезде, где планируется разместить вторую часть сквера «Сосенки», собралось немало поклонников этого экологического тренда. На улицы вышли и простые граждане, и те, кто круглый год делают город и округ чистыми и комфортными. Так, на субботник вышли более 20 сотрудников МБУ благоустройства. Для сложных работ задействовали 7 единиц техники. В ходе обхода территории было высказано пожелание все-таки сухостой спилить и из данного оврага его удалить, чем мы в первую очередь занимаемся. Ну а вторая уже очередь работы – это уже почистить овраг, потому что мы видим здесь очень много мусора. Любой желающий мог выбрать занятие по душе. С собой не надо было ничего приносить. Грабли, лопаты, перчатки, ведра предоставлялись организаторами. Вооружившись мешками для мусора, коммунальщики и активные жители меньше чем за 2 часа собрали массу бутылок, целлофана, пластиковых пакетов. Итог – десятки переполненных мешков. Я активный житель города Видное, и мы каждый год выходим на субботники, причем как весной, так и осенью. И можем на внеочередные выйти. Хочется и на воздухе побыть, и поработать, помочь своему как бы многострадальному вот этому скверику преобразиться. Не остались в стороне и местные депутаты, которые были на территории уже с самого раннего утра. Ну, я хотел поблагодарить, конечно, жителей. Дело в том, что они очень хорошо откликнулись на призыв принять участие в субботнике именно около своего дома, именно в дома, которые прилегают к парку «Сосенки». Пополнить ряды неравнодушных жителей может, конечно, каждый. Общеобластной субботник запланирован на 27 апреля. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.